Для расслабления ума используйте технику управляемых образов. Этот метод применяется для предотвращения тревожных мыслей и для релаксации. Найдите тихое местечко и подарите себе 10 минут расслабления. Примите удобную позу, закройте глаза, сделайте несколько медленных глубоких вдохов и представляйте себя в надежном теплом месте. Это может быть место, в котором вы уже были, а может быть это плод вашего воображения. Просто уютное место, в котором вы чувствуете себя в безопасности. Это может быть на берегу моря, это может быть лес, это может быть родительский дом. Представляйте каждую деталь в этом месте. И когда будете покидать свой райский уголок, сделайте снова несколько глубоких вдохов и открывайте глаза. Если вам трудно представить такое место, то вы можете воспользоваться моей медитацией, визуализацией под названием «Лес». Она у меня в YouTube в свободном доступе. Надеюсь, что вам она понравится.